Жили когда-то муж с женой, и не очень-то были они по нраву один другому. Муж обзывал жену дурехой, а та его дурнем. Так они всегда и ссорились. Как-то раз муж купил несколько пудов рису да масла, взвалил их на носильщика и приволок домой. Ай, а ты еще сердишься, когда тебя дурнем обзывают. Ну куда нам столько масла да рису? Поминки по отцу или свадьбу сына справляешь, что ли? Да какие там поминки? Какая свадьба? Что ты болтаешь, баба? Возьми и спрячь. Это для масленицы. Жена успокоилась, взяла и все припрятала. Уж немало дней прошло. Жена ждет, ждет, а масленица все не приходит. И вот однажды сидит она у порога и видит, кто-то торопливо идет по улице. Эй, братец, братец, а ну-ка погоди. Ты не масленица будешь, братец? Смекнул прохожий, что у женщины не все дома, и думает. Дай-ка скажу, что я масленица, и погляжу, что из этого выйдет. Да, сестрица, я есть масленица. Что скажешь? А то и скажу, что давно пора тебе забрать от нас рис да масло. Мы не нанимались хранить свое добро. Надо совесть знать. Ой, а что же ты сердишься? За ними-то я и пришел. Искал ваш дом, да все никак не мог найти. Ну так иди, забирай. Входит прохожий в дом, забирает масло и рис, поворачивается пятками к дому, лицом к своей деревне, и поминай, как звали. Возвращается муж, а жена ему и говорит. Приходил этот, масленица. Я швырнул ему добро, унес. Какой масленица? Какое добро? Да как же? Да вот же масло и рис. Ну, вижу, идет, наш дом ищет. Позвала я его, пробрала как следует, взвалила ему мешок на плечи, он и унес. Чтоб дом твой рухнул, глупая. Недаром я всегда говорил, что ты дуреха. В какую сторону он пошел? Да вот туда. Вскочил муж на коня и помчался за масленицей. Масленица обернулся и видит. Догоняет его верховой. Смекнул, что это должно быть муж той женщины. Вот всадник догнал его. Добрый день, братец. Доброго здоровья. Не прошел ли по этой дороге кто-нибудь? Прошел. А что он нес за плечами? Масло и рис. Вот его-то мне и нужно. А давно ли он прошел? Да уж, порядочно. А если я поскочу за ним, успею догнать? Да где тебе? Ты верхом, а он пешком. Покуда твой конь будет перебирать с четырьмя ногами, раз, два, три, четыре, он на своих двоих бегом, раз, два, раз, два, раз, два, и нет его. А как же мне быть? Ну, хочешь, оставь у меня коня, а сам, как он, беги на своих двоих. Может быть, догонишь. Да, это ты верно глаголишь. Слезает муж с коня, оставляет его у прохожего, а сам пускается пешком в путь. Как только скрылся он из виду, масленица взвалил на коня свою ношу, свернул с дороги и ускакал. А муж идет, идет пешком, видит, не догнать. Поворачивает обратно, а уж не прохожего,
Ни коня нет. Возвращается домой и снова начинают они ссориться. Муж из-за масла да риса. А жена из-за коня. И до сих пор все еще ссорятся муж и жена. Он ее обзывает дурехой. А она его дурнем. А масленица слушает, да посмеивается.